Здорово, народ, с вами Фантом. Здорово, народ, с вами Фантом. Бонжур, народ, с вами Фантом. Бонжур, народ, с вами Фантом. Сегодня мы поиграем в игру «Добаный насрал». Давайте, пожалуй, начнем отвечать на ваши вопросики. Итак, первый вопрос. Виталий Гурин спрашивает, сколько у тебя членов? Хуй. Даша 9 лет спрашивает. Какого размера у тебя член? Хуй. Блять, я не знаю. Почему ты всегда материшься, Фантом? Заебали, я не хочу умирать. Потому что я, блять, быдло. Я, блять, не знаю, куда бежать. Охуеть, вот это, блять, игра. Андрюшка. Андрюшенька, я вижу кровь. Игра нам намекает, что выхода как бы нет. Ой, блять. Андрюха, ну что ты наделал, твою мать? Кость хуй это, блядь. Фантом, здоров, сделаешь призыв духов? Да когда в меня маршрутка уебалась, я уже сделал призыв духов. Меня сбила маршрутка. Ну, бывает. Самого сатану призвал и душу ему продал. Я не так прост оказался и сломал маршрутке бампер. Ну и она оказалась не так проста и сломала, блядь, мне руку. Там после этой хуйни скорее не маршрутка меня сбила, а я сбил маршрутку. Так, значит, сколько у нас, в общем-то, набралось народу, да? А, миллион, братан! Не 10 тысяч, не 100 тысяч, миллион! Хорошо. Тысяча тысяч, 10 тысяч сотенчиков, 100 тысяч десяток, миллион единиц, вас так много. Красавчики. Спасибо, что подписались. Ставите лайки, пишите комментарии. И вообще всем респект. Вот, все такое.